Получим сегодня вот такую вот посылочку. Это адаптер для подключения к EVM-свечу. Сделано в Румынии. Упаковка была, можно сказать, не вскрытая вообще, из старых запасов. Позволяет подключить компьютер, вывести изображение и управлять с клавиатуры, даже если сам сервер находится на расстоянии где-то 10 метров. Очень удобно. Очень удобно, я бы сказал.